Привет. Узнаете меня? Да, был небольшой простой в 2 месяца, но теперь я снова в строю и готов делать качественный контент для вас. Давайте соберем под этим видео 100 лайков, и тогда я моментально выпущу вторую часть этой истории. Видеоролик был записан на проекте серверов YME. Все ссылки и коннекты будут в описании. Но в конце вас ждет небольшой розыгрыш, так что обязательно смотри до конца. Но я не смею вас больше задерживать. Желаю приятного просмотра. 10 числа на серверах YME произошел вайп, на который я успешно опоздал. Мне удалось зайти только на следующий день. Алло. Сука. Здорово. Привет. Че, как дела? Всегда нормально. А, прикол, что? Сейчас. Да, хочу прикол, давай. В кубы зайди. В кубы зайти, сейчас зайду. Так, а че, куда там заходить-то? Смотри. Инвентарь, да? Угу. Крафтинг. Так. Видишь две последние вещи? Опять скрапа. Крафтинг. Ну. Крафтинг. И ту, и ту? Да, и ту, и ту. Ты поймешь, чем прикол, когда первый скрафтит. Блядь. Блядь, ты чё гонишь? Это что такое? Это мой новый скин. Знаешь, я это даже не буду, подожди. Чё твой новый скин? Зачем? Зачем? Ну что он делает? Ты не заметил главное меню флаг ЛГБТ? Заметил? Во время записи видео я немного болел. Да и сейчас болею. Ой. Так что заранее извиняюсь за голос в некоторых моментах. Этот вайп я планировал отыграть с Детенджером и Пашей. Они, кстати, успели зайти на вайп и за ночь неплохо так развились. Хм. Можешь вокруг бежать. Оригинально. Хм. Хм. Слушай, а ты что, всю ночь фармил дерево? А, ну мне нормально. Там ты не войдёшь на мой, если что. Это фейковый. Почему? Потому что я тебя бил. Давай, 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 заходи. Там в шкафу тысяча экспы лежит. Туда. Слушай, ну я пришел на все готовенькое. Да, сука такая. О-о-о. Вот экспо. Вот это посмотри. Подожди. О, нифига. Я теперь точно зашел на все готовенькое. Блин. Не, ну жестко, чё. За сегодня молодо. Жестко, Дим. Даже лук есть. Две отмычки уже даже увидел. Фильтры тут. Туда-сюда. Я пошел город лутать. Давай. Дима за меня всю работу сделал. Нет? Пинбольное. Оружие. Я хочу аук. Вот ты понимал, я налутал столько динамита, когда я искал аук. А я фильтр нашел в первой же пожарке. Аук? Да ну! Аук? Да! Я вот 3 часа искал! А я фильтр нашел. Дима, это судьба. Ты где мои китайские горелки? Ну дай клей, пожалуйста, сейчас сишки сделаем. Пройди, пойдем, наверное. Не, пойдем. Есть одна хата, надо приметить молодую сишку. Тут куда чел бегает жесткой. Это мой. Да, я понял. Не мой, да, не фильтр. Такой вчера файт был. Ты просто не представляешь, как у меня вчера жопа горела. Я 6 бы тебе бил здесь. Соло. И меня просто тип уж из двушки. Блин, у меня хома-то нет, и я забыл, где дом. Где-то возле карьеры, да? Да. У Паши надо 1800 дерева. Мне нужно 800 дерева. О. Ты типа думаешь, мы не нафармим? О. О, военный глушитель, коробка патронов военных. Молись, чтобы танк был открыт, пожалуйста. Молюсь. Ты
плохо молился. Диман, да я хорошо молился, просто танк плохой. Не нужен, значит, он тебе, зачем? БМ на нокарев, ПНВ. 16 икс. Ладно, Night Raider. Хорошо. С утра лут получше, да? Дроп получше. Намного. Как хорошо жить на Дальнем Востоке. Да. Или только. А ты бегаешь, лутаешься. А ты тебя. Ну у тебя еще раз. Еще один найтик. Скажу, что ты открыт. Блять, закрыт. У тебя колеса не поломали, дурень. Перекус. Так, а что-то какие ганы-то есть, что нельзя взять охота. С чего хоть пострелять-то можно? Рюкзаки, блядь, есть. О, рюкзак. Бульдоги. Юрики, бульдоги. Бульдога я не хочу. Ладно, хочу, не хочу, но походу придется. Да бульдог, это поембовый Юрик. Мне Юрик больше нравится. А вы пишите в комментариях, что вам нравится. В реале, пишите в комментариях, что вам нравится больше, бульдог или Юрик. Дима вернулся с Dead Zone, скрафтил немного сишек, и мы пошли рейдить. Домики, где есть гильдия настила, это очень интересные домики. Ну да, кстати. Значит, здесь живут заядлые рыбаки. А у заядлых рыбаков что есть? Гранатки. Ну, баса здесь клей, ладно. Спальник есть? Да, есть. Так, ну я два гири носила, на всякий случай возьму. Да, забери это, пожалуйста. Че там? Че-то еще брать, я не знаю. Подожди, разминочка на бомжах Сауга сейчас. Оу. 5 патронов. Экономно. После рейда я решил пофармить карик для того, чтобы улучшить наш домик и скрафтить немного шкафов. К нам бегут. Где? Или не к нам, бежит анимус. Где? Город бежит. А, вижу, да. Ну это не к нам. Не, блин, механика прикольная, конечно, это гениально. Это полхата разбирать, это вообще бред. Но остальное, да, улучшается. Ну да, причем даже очень хорошо улучшается. Все. Все. Эх. Ну вот и все. Так, я пойду еще мусорки пофармлю. Так, ну все, налутал медальчика, короче. Лечу домой. Давай. После мы с Димой стали достраивать дом. Где, говоришь? А, вот бензопилу нашел.
Этот, Тём, ты заметил, как с Шофилда или с того же самого аккаунта изменилась стрельба? Стрельба изменилась? Я еще не стрелял с них, Паш. Ну ты выстрели просто, посмотри. А что с ними стало? Ну ты поймешь. Ты Тём понял? Ого! Все, я понял, я это давно понял. Я это еще, знаешь что, я зашел на PvP сервер, бегал с мотоморезом. Что изменилось? Отдача вообще жесткая. Потому что вверх кидает сильно. Вообще жестко. То есть раньше ты типа выстреливал, я даже по сути не менялся никуда. Да. Я это. Дима, помнишь, я у тебя еще спрашивал, когда я тебе показывал видос с теми типами, которые меня там пытались на скины развести. Я там с мотоморезом стрелял, типа я зажимаю, а у меня прицел просто вверх вообще улетает жестко. Я понять-то не мог. Во всех снайперах. А я тебе запикивать это или нет? А может это просто не вставлять, шаришь? А костра, кстати, нету, что ли? Есть. Блин, бедный бобер. Он вообще голый. Я просто окна хочу сделать. Я убил бобра. Окна поставить, нет? И люки сделать с лестницами, да, я так понимаю? Да. А где костер? Костер где-то снизу, два костра было, я там поставил. Снизу? Тёма, дай похвастайся, Шофилд. Ну-ка, давай. Это лук, блядь. Ну да. Вот обоссали. Эффект прикольный, но так как будто обоссали. Не, нормально. Мне, кстати, нравится, как желтый выглядит именно. Подожди, а скинь, я уже забыл, какой у меня-то эффект, скинь. Аук. Я скина на аук нет. Точно, фонарики. У меня скина на аук нет. Я, кстати, красивый. Паша, мы тебя услышали. Тоже китовый аук? Это нет, это Дима нашел. Это я его 3 часа фармил просто этот аук. Да, мы когда даже с Пашей не фармили химикаты, у нас было очень много химикатов, 50 в день просто. Дим, что ты сказал? Переломал нахуй. Бля, Дима. Ты что-то сказал, что-то про завод или что? Да, пойдем на завод, да, на ваемку. Пытаемся там. Ну пойдем. Как раз Паша там все дела сделал. Шофилд на 5 патронах. Ай-я. Тут явно кто-то был. Можно, кстати, эту хату как замок сделать вообще какой-нибудь. Там еще просто от этого отстроить треугольный фундамент и сделать. Вокруг типа стенками обнести. Я понял. Сталин. Слава богу, он затем. Они здесь у нас. Понял. Ты типа слутал? Да. Давай. Мне просто интересно, где они. Угу. Не вижу. Я одного убиваю просто, и тот молчит. ТПФ с ганом. Просто сидит, я уверен. Я даже на либератор ходить не буду, квест на удочку брать. Порыбачить. Я вот здесь просто построю себе дырку маленькую, буду тут рыбачить. Блять, надо уходить. А вон они бегут, бегут. Да. Где? Бегут. Где мы дом рейдили, Паш? Где? Где мы дом рейдили с тобой? Вижу, наплывут. Да, двое. Переплыли на ту сторону, откуда мы с тобой только что приплыли. Ну все, все идет по плану. В гору забегают. Не, там гам много, забей. Окей. Даже лезть не буду. Брать патрон на калаш, когда там Юрик. Блять, это S3 бежит или это Нимбус? Где? О, на камбэк.
Демон, почему у меня все строится? О, у тебя чинится? Где? Ну-ка, пол. Что-то делать. Шахтер, 600. О! 700 дерева. Ну, вот эту стену. Подожди, мне металла не хватает. У меня два есть, четыре есть. Их и час бы сделать. Кстати, да. Я его высмотрю. Чего сделать-то? Во, вот это. Да-да-да. О, ну все. Четко. Ну сейчас ставим, когда будет пика лайна. Чтоб когда мы подслились. Можно было. Можно было по ПВЕшить, да? Ну да. Да. Потому что сейчас лучше ничего не тратить из ПВЕ. А лайн все человек. Рубану чуть-чуть, он ко мне переедет, теперь рубану. Как? Просто как? Я, кстати, же заклинил, не? Все ягоды. Просто посадим. Зеленый гринскин. Я фуллопан, вообще фуллопан. 4 динамита. Дим, он в белом здании. Убежал. А, есть, кстати, там. Надо памки. Ну хит дал. Их там двое вот в этом белом здании. Хорош, еще один, еще один. Артём, пушь, пушь, по-моему, все, найс. Найс. Убили? Красавцы. В принципе, как всегда, о своем лице пиздели. Это работает. Что было у типа? Нормально. 4 динамита. Ого. Куча металла, хайкал патрон. Ой-ой-ой, долтай, пожалуйста, еще не бью. Где? Меня. Ого. Нормально типы лутаются, я вообще. Еще тут металл. Офигеть, патрон. Здесь очень много металла. Давай. Парам-парам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Пиздец, она вкусная, забрал. Душки мы убивали, забей. Два детонатора, птичка, ой-ой-ой. Два типа. На спасишек в зуме. Один в доме. На втором тоже, Паш. Пиздец, поставили ящики. Вот это рапира. Он еще металла. И еще одна бензопила. Металл заберешь? Фильтр. Не парни, нам в ящике больше всего поставили. Прям вообще жесть. Ладно. Бензопила только одна. Сейчас сколько? Теперь у нас их три. Найс. Че, углу поставить? Не знаешь что? Я же хочу это, как Дима сказал, вышки отвезти. А, можно что-то там придумать. Отдельно. Можно отдельно ферму где-то сделать. Ну, собственно, я занялся строительством вышек. Это получается... Слышь, Дима, 11? А там баночки чего не хватало? Аккумулятор или бензина? Чего? Так, для вышки хочешь сделать? Я хочу 4. Ну, получается, вот так одна, вот так одна. Ну, все, отсюда. Да, ровно 4 получится. Только найдите пульт, пожалуйста. Допустим, по 6 фундаментов, если отводить нормально. Или близко слишком. Необходимо больше. Давай
Давай ты вышками занимаешься, это домейном. Окей, 8 нормально, вот 8 нормально должно быть. А... Дима, а у нас же был, кстати, аккумулятор, не? На металл перекрыли. А что не ставится? Сразу. Сейчас я заправлю и можешь катить. Да как? А как выкатить ее отсюда? Надо же генератор. Через тот вход. А, реально. А вот. Да-да-да-да. Туплю. А, да канушка на военке заспавнилась. Да. Фига. Я на туплю. Это 1 гигабайт, блять. Что за хуйня? Почему так много по. О! Ну ладно, не взорвался. Парковал он её так-то тоже не очень хорошо, знаешь. Так у нас появилась Анушка, которая открывала нам новые возможности. Например, полеты на нефтевышку или быстрое перемещение по карте. Раз, два, три, четыре, пять. Блять, я запутался. Что там, блять, после пяти-то идет? Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть и влево. Всё, да, пять? Раз, два, четыре, пять. Да подожди, ты три, четыре, пять, шесть и влево. Понимаешь, без контекста это так смешно выглядит. Да. Однорукая девочка. Я считаю до пяти, не могу до десяти, да? Боже, у тебя не смешные шутки. Почему в Антюн еще не добавили поднятие фундамента? Почему нельзя фундамент поднять? Ну, типа, когда ты строишь. Красиво, типа, на пол этого? Типа, да. Блин, ну это же вообще неудобно вот так. Вот я сейчас хоп, уперся в текстуры, и все. И куда я дальше буду строить? Отдыхай. Я, в принципе, все, второй этаж более-менее буферками застроил. Там только если прям еще буферок добавлять, то да. Короче, возможно, вышечки получатся немного кривоватые, но... Ну, типа, имею в виду, немного несимметричные. Да не, мы всё лишь сейчас спать кикнем и будем пить с этим табором. Ничего страшного, не волнуйся. Знаешь, что я предлагаю, где можно вот много прям фильтров найти? Ну-ка. Он в той хатке, Дим. Вон там, вот хаточка на горе. Кажется, там фильтры есть. Пойдем. Может, бахнем ее как-нибудь? Прям сейчас, Паш. Ну тогда принимайте ТП. Вот, не, ну можно прям сейчас реально бахнуть, хоть нет. Драгона нет. Не уносил, что? Подожди, это еще березовый фундамент? Да. Сюда. О, молоко. Давай сюда его. Стой. Не, мне забыли. Молоко, сколько сюда на базу. Боже, я буду сыном фермера. Не, ну... Тоже конфетка? Ну, в принципе... Приебался еще, хуй знает как. Туда бахнул. Точнее, туда бахнул. Фильтров нету, нет. Подожди, а он там чё? Я не забирал молоко. Сейчас добавить не буду? Один. Коммунист. А вот ты заметил,
что она дальше стена как бы деревянная, можно одну сишку просто потащить и заодно сейф взорвать. Походу да, видишь, тоже блок кто-то тащит. Дим, да, это хозяин. Видишь, у него какие-то записки? Видишь, у него записки? Там тоже у того типа в хате было дохера записок. Мы долутали остатки лута и после не очень удачного рейда вернулись домой. У нас, кстати, бафов с собой нет. Дейривард, блять. О, точно Дейривард. Дейривард. А, через 3 часа. Ну, медальки это, короче, алые ягоды, красноватые ягоды и сэндвич золотой рыбки, да. Гамбургер. Так, вот эти на. Сюда, а там это у тебя, типа... Короче, ягодки на хил на сколько сдали. А там у тебя, типа, тоже на хил на сколько. Угу. Мне два типа. Фулки. Адим. Не знаю, можно просто на дом сишку наебашить и взорвать. Тебе ТП или с вами бежать? Я знаю, когда они просто, ну, их не было видно. Скины. Баха не фанил камеру. Еще слева, слева. Дима! У меня патроны кончились. Хорош. На таком тоненьком, боже. Постараюсь. Боже, с этого Юрика вообще невозможно стрелять, у него какая-то дикая отдача и нихера еще урона нет. Типу, бандитская форма, фамилия Карик. У этого типа тоже кит, у него калаш тогда пикой был. Они где живут? Ну, может, ну. Дом зарейжен был. Плюс еще. А мне что-то подсказывает, что надо, блять, опять шкафы начинать делать. Убил? Да. Это все, хлопа не нужна? Все, да. Я улетаю. Еще калаш с адаптивкой был. С лазером. С лазером. Газмаска плюс. ПНВ. После файта я занимался рубкой деревьев и строительством вышек. Ты так эффектно появился.
После того, как я достроил вышки, я пошел фармить Санкт-Петербург. Ну, как оказалось, фармить мне не пришлось. Два типа. И ты сюда. Алло. Я двух типов по стенке размазал. А? Двух типов размазал по стенке, домой принес металл. Там дроп летит или мне послышалось? Да, аэродроп вылетел. Там летит. Не знаю. Блин, мне хочется. О, летит. Кстати, он где-то в нашу сторону. Можем полететь к нему, Тём. Подожди, он что, на бичку скинул? Да, он... А, не, подожди, куда он скинул? Пойдем, полетели, нет? Он скинул на Казань. Бля, Паша, погодь меня. Да я полетел, подожди. Паша, давай только Анушку не терять. Да, нормально. Нет, у меня, короче... Тём, тут до бичей очень много бежит. Я сейчас быстренько его слутываю и съебываю. Я сейчас бичей ебываю и съебываюсь, окей? Давай. Куда он упал? Да прям на Казань. Ты смотри, что бич там какой-нибудь калаш слутал. Она так и получилась. ТП. Анушку заберем. Анушку заберем, но ТП. Сейчас туда побежим. Четыре типа туда заберем. Я уже здесь ТП говорю. Но я пока там никого не вижу. Вон слева тип бежит какой-то. Я вижу этого бича, но я не хочу палиться по нему стрелять. Подожди, Паша, они тут еще. Убил. Паш, лутай. Чё в дропе остался? Хорош. Чё в дропе остался? Лутай. Драгонфак! Хэд два хоника! Я домой. Забирай. Он чё, как? Он чё тут делает? Всё, я домой. Давай. Драгонфак, два хоника. Четырехстволка. Сабертуз, хейрбрекер. Еще этот свизгевр. Да, я хомаюсь. Все, я дома. Да, каким-то чудом нам все-таки удалось лутать аирдроп и утащить нехило так ресов оттуда. Ну и на радости я ждал Пашу, пока он пригонит домой Анушку. Пофиг на найтик, ты гонишь тут. Ху-ху, Драгонфэнк. Два хоника. Паша. Ой, я слышу это. Нормально. Все ювелирно. Черная машина какая-то. Удались меня. Дальше. Все ювелирно. Паша, он стип по дому. Паша меня убил. А во мне все. Че было? Он меня тоже убил. Паша! Так у меня пинболка, чё эти... Я его почти убил! Во мне всё, драконфа, хоники я не скидывал! А чё ты не скинул? В смысле, чё не скинул? Я вообще-то пошел тебе показывать. Он меня не лутает, он не знает, чего он меня не лутает. Дима, быстрее заходи, фастом, Дима, тут... Очень много потеряли, их двое уже здесь с калашом на 75... Блядь, пи... Я лутает. Я не знал, что под домом кто-то есть, понимаешь? Подожди, я, по-моему, успел 75 типа потом не скинуть. Бафы, нужны бафы. Я не знаю, что это за пирог съел. Да, успеешь.
Блять, какая добыча? Че я съел вообще? А чё они у нас под домом делали? Чё они делали? Я чё знаю. Они Анушку пришли угонять или чё? Чё они делали? Я знаю, чё они тут делали. Туби тути, блядь. Два типа она. Они мы с тобой. Я почти его убил, но я... О, боже. Полный лаг. Прям вообще полный. Понимаете, какой... типа, у каждого своего плохого поступка идёт хороший, да? Вот следующий. Мне вот интересно. Что мы, блядь, должны найти? Мне просто интересно, как нам, блядь, бизону? Мы должны зарыть какую-то хату, а там, блядь, должно быть 70 ящиков, все 4, блядь. Два хоника, ты понимаешь? Ты посмотри, два хоника. Два хоника, драгонфак. Блядь, охуеть просто. А я не скидывал, понимаешь? Паша летит, я вышел посмотреть, он говорит, 2%, я вышел посмотреть, что там у него, 2%. Да уж, ловить такие тайминги, это сильно. Знали бы вы, как у меня тогда знатно подгорело. К счастью, Дима знал, где они живут. Жили они неподалеку от карьера, то есть недалеко от нас. И вправду они пришли за нашей Анушку, но плюсом еще и получили аирдроп. И это не он. Сверху бежит на горе, Дима, сзади тебя, за тебя, в спине, Дима, в спине. Они. Да, вот это нас. Дима, это он. Он один был? Нет, да, друг, вон, друг бежит. Возле хаты, возле хаты. Возле хаты, за хатой. Ага. Нужно пристраиваться как-то. Мастите, надо пристраиваться. Бензопила есть. А, ну давай, давай, давай. Левый. Убил. А мы никак сейчас не поднимемся к ним на крышу, держу в курсе. Почему? А зонтика ни у кого нету? Нет, ни у кого зонтика нету. Откуда? Бензопила. У тебя только была. Блять. Попытайся только пасть, чтобы не умереть. Я так понимаю, это они его стебил или что? Да, он третьего лица чекает. На меня фул добавил. Откуда у типа калаш? Фуло при чем? Да. Еще один. Блять, они слутали его. Мне фул слутали, сука. Ним за домом типы с калашами. И с калашами. Тут там три типа, блин. Где мы их там очень много. Один вон. Один в спину идет. Блять, сколько. Нет, не тебе, другим типам. Или это его тиммейт вообще? Паша, сможешь дома взять ган и тэпнуться на нас? Просто сейчас будем бахать по стенкам, тогда без разницы. Подожди, надо вот этих типов убить, я не знаю, что с ничего, просто они не дадут. Как их не убьешь? Они просто друг друга чекают, типа у них альянс, понимаешь? Там миллион, я просто отбегаю. Их там просто туча! Я даже не хочу просто по ним стрелять. Мне патроны жалко. Понимаю. После неудачного ПВП мы просели по ресурсам. У нас не хватало патронов, хила, бафов. И в общем мы собрали все, что есть, и решили отправиться, в, так сказать, в последний путь. Заходи. Самолет, закройте, нотлокинг, блядь. Все, мы сейчас и Анушку проебем. Мы Анушку и так и так. Паша, ты закрыл самолет, Паша? Да. Тёма, смотри, как это круто выглядит. Подожди, где? Ого! Ага. Нифига, ну да, прикольно. Прикинь, многоярусные вышки сделать. Блин, прикольно. SpaceX будем спитать вертикально. Прямо куда-то? Я сейчас, пацаны, вам наводку буду давать. Ой, фрай карты. Наводку? Наводку? Вы ж меня видите, по-моему? Бля, что-то кислород-то не появляется. 46, бля. Ну если что, просто зонтик опускаем, да, летим вниз. Вот, пацаны, вот где я сейчас нахожусь, вот сюда. Ну, Паш, ты зря на ними пролетел, они сейчас выйдут на улицу, будут чекать вверх.
Да, они сейчас уже вверх будут чекать. Я улетаю. А, не-не-не. Летят. Вон Димон чекает, бегает. Забей, Димон, смерть. Это смерть. Это не-не-не. Это очень глупо. Это прям вообще тема. Ну я потому что говорил, нужно типа делать вид, что мы не туда летим. А ты типа сразу на них полетел, шаришь? Это вообще очень глупо было. А почему смерть? Они нас не видят. Они троим на меня пялят. А ты где? Они еще? Ожидали это. Я просто дропнулся и все. Я могу убить одного, который тебя убил. Их трое. Я одного убил. Их трое? Да, их трое. Я трое. Это другие типы, блядь. Это не анимусы. Да, вот на такой лютой дизморали мы вышли с сервера. И вы думаете, что это все? Конечно нет. Во второй части мы все-таки смогли восстановиться по ресурсам, зарейдить в онлайне дом и отстроить неприступную крепость. А я напомню, как только под этим видео наберется 100 лайков, я выпускаю продолжение. Как и обещал, розыгрыш на коллаж. Условия те же самые. Лайк, подписка, комментарий. Ну а я с вами не прощаюсь. Еще услышимся.